Здравствуйте, это программа «События». Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пенер. Главные темы выпуска. Облегчит долю. Глава региона 5 часов решал вопрос обманутых дольщиков. Обратный отсчет начался. До окончания дачной амнистии остался месяц. До 400 пациентов одновременно в Самаре работает уникальный нефрологический центр. Почти 5 часов продолжалось совещание по проблемам дольщиков, которое накануне провел Дмитрий Азаров. Детально рассмотрели ситуацию вокруг 20 долгостроев. По большинству из них составлены дорожные карты решения проблемы. Такое поручение глава региона дал еще на прошлом совещании, которое состоялось в ноябре. Благодаря принятым мерам в конце 2017 года более 600 человек из списка обманутых дольщиков отметили новоселье. Еще 200 ключи получили накануне. Кроме того, стали известны итоги служебной проверки застройщиков, которые получили компенсации в виде участков, но не выполнили своих обязательств. Материалы будут переданы в правоохранительные органы. Не решен и вопрос публикации списков дольщиков, что помогло бы выявить людей, которые попали в них незаконно. Работа идет, потому что вот после того совещания на нас обратили внимание. В принципе, мы вот уже на данный момент с участием Министерства строительства, дольщиков инициативной группы, мы доказали то, что на этом объекте больше свободных площадей. Я вас попросил подойти здесь с пониманием, поскольку сейчас мы только в самом начале пути. Мы с вами вот эту вот предварительную конструкцию, которую мы только пытаемся создать, не должны разрушить. По итогам встречи все поручения главы региона внесены в протокол. Он станет основой для дальнейшей работы профильного министерства и других ведомств. Итоги этой работы подведут на следующей встрече дольщиков с Дмитрием Азаровым через месяц. Сроки поджимают. Месяц остался до окончания дачной амнистии. Упрощенный порядок регистрации жилья на участках перестанет действовать уже 1 марта. У самарцев еще есть шанс узаконить свой дом без особого разрешения. Причем садовые и дачные домики, от которых и пошло название этой амнистии, уже больше года регистрируются в другом порядке. Обо всех изменениях подробнее в нашем сюжете. Успеть за 30 дней. Татьяна Куликова в управление Росреестра пришла за консультацией. Вместе с мужем собирается на своем участке в Красноярском районе зарегистрировать дом. Мы достроили его в прошлом году, но разрешение на строительство мы получили в 2013 году. И вот сейчас пришли как раз в Росреестр выяснить, успеваем ли мы подать документы до окончания дачной амнистии. Угу. Пока успеваем. Так называемая дачная амнистия действует с 2006 года. За это время больше 50 тысяч жителей области смогли по упрощенной схеме зарегистрировать свои дома. До 1 марта жилье можно узаконить без разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Достаточно документов на земельный участок и технического плана. Если никаких изменений не поступит в этой части, то с 1 марта 2018 года необходимо будет вводить объект в эксплуатацию. То есть обращаться в органы местного самоуправления для того, чтобы получить разрешение на ввод этого жилого дома. По амнистии еще можно узаконить дом на участке для подсобного хозяйства. А вот садовые и дачные дома уже больше года регистрируют по новому закону. Через технический план от кадастрового инженера. Владельцам домов это осложнило процедуру оформления дома. Услуги таких инженеров не бесплатны. Зато и мошенникам не удастся под видом дачного домика зарегистрировать целый коттедж и избежать больших налогов. В управлении Росреестра напоминают, все документы подаются через сайт госуслуги или в любом МФЦ, без привязки к месту регистрации. Марьяна Мирная, Олеся Корецкая, Константин Головин. События. Быть в стене на площади Славы или не быть? Судьбу мемориала власти намерены решать совместно с жителями. Этот вопрос стал ключевым на совещании с общественниками. Как и когда горожане смогут высказать свое мнение, знает Алина Чемерис. Визитная карточка города – площадь Славы. Сейчас здесь идет реконструкция склона. Работы уже практически завершены. Но споры вокруг стены, которая появилась в этом месте в 2015 году, не прекращаются до сих пор. Жители во мнениях расходятся, уместно ли воздвигать здесь мемориал. Проблему подняли на совещании городской общественной палаты. Заслуженный архитектор России Владимир Жуков считает, раз мемориальный комплекс есть, его нужно оставить. Правда, стена высоковата. Мы, архитекторы, говорим, что слишком высоко ее сделали. Можно было ее сделать пониже, чтобы могли не только взрослые люди стоять, но инвалид подъехать, посмотреть, дети там. Ну, то есть ее нужно было бы сделать чуть пониже. Но во всяком случае, может не чуть, а может быть даже наполовину.
мнение идет там в интернете. Одни говорят оставить нормально, другие говорят снести и сделать снова зеленый газон. Ну, раз уже сделано, нормально, уложено, все сделано, конструкция, есть смысл оставить, пусть это живет. Судьбу мемориального комплекса намерены решать вместе с самарцами. По словам общественников, необходимо учесть мнение каждого жителя города. Любые глобальные изменения в городе должны получить общественное обсуждение. Мы хотим предложить населению города принять участие в обсуждении данной проблемы. И тогда это не будет проект одного человека, который придумал его. Это будет проект, который утвердило большинство жителей города Самары. Определить, как будет выглядеть склон на площади Славы, жителям предстоит в единый день голосования 18 марта. Самарцам предложат сделать выбор на избирательных участках. Алина Чемерис, Григорий Плешаков. События. На благоустройство не пожалеют средств. Депутаты губернской думы одобрили сегодня поправки в областной бюджет. На приоритетный проект формирования комфортной городской среды деньги уже направили. Софинансирование из региональной казны составит более 600 миллионов рублей. Лариса Шалафаст продолжит. Новое лицо дворы в муниципалитетах области должны приобрести в течение нескольких лет. Депутаты губернской думы внесли изменения в областной бюджет. Народные избранники утвердили средства на реализацию программы по формированию комфортной городской среды. Благодаря этому в ближайшие годы Самарская область получит из федеральной казны почти 2 миллиарда на благоустройство дворов, парков и скверов. Мне кажется символичным, что именно с этого вопроса дума стартовала в своей работе. Этот вопрос, который волнует большинство жителей Самарской области. И хочу вам сказать, что мы в ближайших изменениях бюджет, который предполагаем к вынесению уже в феврале месяце на ваше рассмотрение, также планируем предусмотреть дополнительные источники по благоустройству Самарской области. В рамках программы «Комфортная городская среда» в Самаре ремонтируют 4-ю очередь набережной и Струковский сад. Обновили площадь Куйбышева. За год привели в порядок почти 200 дворов. То, как будут выглядеть территории, решают сами жители на общем собрании. Обсудив каждую деталь, вместе разрабатывают проект. Сейчас также принято решение, чтобы люди на 2018 год, сами жители муниципальных образований, определили, какие общественные пространства целесообразно благоустраивать в том или ином муниципальном образовании. Уже с середины февраля жители смогут принять участие в обсуждении проектов, а 18 марта будет проведено всенародное голосование, по итогам которого самые популярные общественные зоны будут благоустроены в первую очередь. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов. События. Председатель Комитета Государственной Думы по обороне Владимир Шаманов в рамках проходящей региональной недели встретился с представителями оборонных предприятий Самары и принял участие в заседании Координационного совета по развитию ветеранского движения при губернаторе. Обсуждались вопросы подготовки торжественных мероприятий, приуроченных к годовщине окончания Сталинградской битвы. Одним из пунктов стало утверждение по инициативе ветеранских организаций даты возложения цветов на площади Славы. Оно состоится 3 февраля. Самарцы все чаще покупают машины в кредит. Сколько автомобилей приобрели за прошлый год, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Цены на черное золото продолжают снижаться. За баррель марки Brent дают $68.70. Валюта немного прибавила в цене. Курс на 31 января. Доллар 56.29 рублей, евро 69.54 рублей. Золото стоит 2440 рублей, серебро 31.49 рублей за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 56.65 рублей, дороже всего продать за 56.15 рублей. Полисы ОСАГО упали в цене впервые за 14 лет. При этом средняя выплата автовладельцам выросла на 10% и составила почти 76 тысяч рублей. В Самаре с февраля начнет работу служба каршеринга, проще говоря, аренда машин. Для начала в городе будет работать 50 авто. Стоимость минуты составит 6 рублей. Кстати, больше половины самарцев купили машины в прошлом году в кредит. Количество проданных в долг автомобилей составило почти 714 тысяч единиц. По сравнению с прошлым годом это на 29% больше. На этом все. Удачи в делах! Станция переливания крови, современные палаты, новейшая аппаратура для гемодиализа. В нефрологическом центре больницы Середаева сегодня могут получать помощь почти 400 человек одновременно. В прошлом году отделение переехало в новое здание. Его построили в том числе на деньги инвесторов. Как работает центр и комфортно ли в нем пациентам, узнала Алина Чемерис.
Двухместная палата, которая имеет свой собственный санузел. Здесь все сделано для удобства пациента. Многофункциональные кровати, кнопки вызова персонала, в том числе экстренные, подведен кислород. Палата кондиционированная, вентилируемая. Происходит постоянная автоматическая дезинфекция. Палаты повышенной комфортности, оснащенные по последнему слову техники. В таких условиях теперь будут жить пациенты нефрологического центра. У отделения новое здание. Оно открылось в ноябре прошлого года. Для людей с болезнями почек несколько диализных залов. Сейчас здесь пересменок. В зале гемодиализа готовится встретить пациентов. Эту процедуру здесь проводят с 7 утра и до часу ночи. Каждый день на аппарате искусственная почка. Процедуру получают около 150 человек. У Владимира проблемы с почками начались год назад. В центр приходят трижды в неделю, проводят здесь каждый раз по 4 часа. За это время аппарат фильтрует около 200 литров крови, равно как здоровая почка. Лучше чувствую, конечно, кровь очищает. Нормальный, доброжелательный персонал, девчонки хорошие. Спустя донорской плазмы, которая может быть заготовлена за 3 года до предполагаемой операции. Достаточно большой запас компонентов и восполнить практически любую кровопотерю. В новом нефрологическом центре хранятся запасы крови и плазмы. Здесь же проводят переливание на случай, если пациенту требуется операция. Воду и реагенты для процедур тоже заготавливают в медицинском центре. Новое здание для нефрологического отделения построили и оснастили в рамках государственно-частного партнерства. Инвестор выделил 500 000 000 рублей. Он же 15 лет будет обеспечивать эксплуатацию центра. Результат оценили московские специалисты. Это очень грамотные, квалифицированные врачи, являющиеся одним из ведущих специалистов в нашей стране. И я очень рад, что квалифицированному врачу досталось в руки и очень качественное медицинское оборудование и шикарное здание. Уверен, что только блестящие результаты будут здесь всегда и в последующем. Наши сотрудники заинтересованы в том, чтобы наши пациенты максимально долго прожили и максимально качественную медицинскую помощь получали. И им тоже это интересно. Вот это тот пример, когда частные инициативы и финансовые средства сочетаются с интересами государственными. Сегодня в регионе работают 10 нефрологических центров. Самарское отделение самое крупное. Сейчас процедуры здесь получают около 300 человек. Но центр может принять больше пациентов, порядка 400. Алина Чемерес, Григорий Плешаков, «События». Кто не знает Любочку или бабу Любу? В Чапаевске женщина-наркодилер давно стала легендой. 70-летнюю даму подозревают в покушении на сбыт опасных веществ. Полицейские провели обыск в квартире женщины, нашли почти 150 граммов наркотиков. По версии следствия, в запретный бизнес она пришла в 90-е. Наркотики продавала через доверенных лиц. Не остановило ее даже то, что четверо сыновей умерли от наркомании. В 2005-м за продажу опасных веществ женщину приговорили к 13 годам колонии. Но в прошлом году она вышла по УДО и снова принялась за старое. Сейчас женщина находится под стражей. В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228 прим. Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Далее коротко о других событиях дня. Арестованы еще 4 участника похищения сына жены банкира из Кинеля. Все подозреваемые мужчины. Их отправили в СИЗО до конца марта. Инцидент произошел 24 января. 4-летнего мальчика затолкали в приору и увезли в неизвестном направлении. Через 3 часа задержали 3 подозреваемых и спасли малыша. Как выяснилось, в похищении ребенка участие принимала и хорошая знакомая его матери. Следствие пытается сейчас выяснить роли каждого из участников киднеппинга. В поселке Курумыч задержаны 2 телефонных мошенников, которые похищали деньги в различных регионах России. Как установили сотрудники полиции, 30-летний мужчина, ранее судимый за совершение имущественных преступлений, и его 26-летний сообщник, звонили жителям различных регионов и уверяли, что их родственники попали в беду, совершили преступление. Если они не хотят, чтобы те отправились в тюрьму, нужно срочно перевести деньги. Как ни странно, но этому рассказу многие верили. Предварительный ущерб превысил 150 тысяч рублей. Мужчины свою вину признали. Самарская пригородная пассажирская компания изменила расписание движения электрички, которое курсирует между региональным центром и аэропортом Курумыч. С 1 февраля дневной аэроэкспресс будет отправляться в 14:04 или на полчаса позже прежнего времени. Состав будет делать 6 промежуточных остановок на следующих станциях: Старосемейкино, Водинская, Ягодная, Средневолжская, Пятилетка, Стахановская. Время прибытия на Самарский железнодорожный вокзал 15:22. Стоит отметить, что с 15 января изменилось время отправления вечерней электрички из аэропорта. Она стартует в 21:20 вместо
августа 18.30. В Самаре начался набор стюардов, которые будут работать на стадионе «Самара-Арена» в дни проведения матчей. Всего до 15 марта организаторы выберут 1400 человек. Стюардами могут стать граждане России, которым исполнилось 18 лет, не имеющие ограничений по здоровью. Им предстоит контролировать потоки болельщиков, следить за соблюдением общественного порядка, помогать маломобильным гражданам попасть на стадион. Стюарды пройдут обучение по программам FIFA и РФС, получат сертификат международного образца. Чтобы стать стюардом, нужно зарегистрироваться на сайте yakomanda.rf. РФ до 15 марта 2018 года. Кандидатов определят по результатам личных собеседований. Работу будут оплачивать. В самарском зоопарке сурки Ева и Иван предскажут, когда ждать тепло. В пятницу 2 февраля в Самаре отметят День сурка. Существует примета: если сурок вылезет из норы, увидит свою тень и залезет обратно, зима будет длиться еще 6 недель. Если же, вылезая из норы, грызун не увидит своей тени, то весна будет ранней, рассказывают сотрудники зоопарка. Лучшей школой 2017 года стала школа номер 72 Кировского района Самары. Ее проект «Школа новых возможностей» экспертное жюри признало эффективным и успешным. Всего 149 образовательных учреждений боролись за звание лучших, а в финал вышли 8. На торжественном награждении побывала Марианна Мирная. Лучшим проектом научно-технической направленности был назван фестиваль науки и техники, который проходил в школе номер 29. Именно с этим проектом школа решила участвовать в конкурсе «Школа года». За труды вошли в число победителей. «Школа года» – это работа целого школьного коллектива, потому что в нем принимали участие, ну, вот в нашей школе, каждый учитель, каждый ученик и очень большое количество родителей. Кроме того, с нами работал 21 социальный партнер городского округа, областного уровня, поэтому говорить о том, что это единоличное мероприятие, невозможно. В конкурсе приняли участие 149 школ Самары. 46 из них вышли во второй этап. Победителями стали 8 образовательных учреждений, каждый в своей номинации. Школа гражданского воспитания, школа новых возможностей, школа политической культуры и другие. Результатом вот этого конкурса стал действительно достаточно многообразный спектр продукции методических. Прежде всего, это технологические карты уроков, это видеоролики, это календари, это новые сценарии, это какие-то интереснейшие плакаты, наглядные пособия. Реализация проектов позволила вовлечь в данное направление более активно родителей и новых партнеров. Деловые игры, пресс-конференции, диспуты, круглые столы, тренинги и викторины. Конкурс «Школа года 2017. Будущее начинается сегодня» стал площадкой для развития системы образования. Абсолютным победителем была названа школа номер 72, а за лучшую презентацию своего проекта победу получила 36-я школа. Марианна Мирная, Константин Головин. События. В Самаре прошел финал городского этапа конкурса «Учитель года 2018». Из 18 участников в финал вышли 6 лучших преподавателей. Учителя английского и французского, физики, истории, технологии и физкультуры. Они давали мастер-классы и показывали, как можно интересно провести урок. Преподаватели демонстрировали свои навыки работы с аудиторией. Так, учитель физкультуры провел зарядку с залом на тему грядущего чемпионата мира. Помимо жюри конкурсантов, название лучшего учителя оценивали еще и сами ученики. Шестерка лучших отправится на областной этап. Он пройдет с 5 по 9 февраля. Там выберут самого достойного педагога, который будет представлять Самарский регион на российском этапе. Детское жюри всегда очень строго оценивает. И, вы знаете, их мнение всегда очень интересно слушать взрослому жюри. В процессе обсуждения есть такой момент, когда детское жюри, приняв решение, приходит и сообщает о нем взрослому жюри. Вот это самая интересная точка на самом деле работы в жюри, потому что очень интересно, почему дети делают такой выбор. Иногда он совпадает со взрослыми, иногда нет, но они всегда безупречны в своей, как бы, логике. «Возвращение легенды» с таким названием прошел концерт ансамбля скрипачей Большого театра в Самарской филармонии. Это второй состав знаменитого коллектива. Первый выступал во второй половине 20 века. Их концерты в Советском Союзе проходили с неизменным успехом. С легендарным коллективом познакомился и Андрей Горгуленко. Прекрасная звуковая материя. Вот что получается, когда артисты ансамбля скрипачей Большого театра начинают вместе исполнять жемчужины своего репертуара. Среди которых «Полет шмеля», мелодии Баха, танцевальные миниатюры Генделя, Шуберта и Мендельсона. Хотя каждый инструмент коллектива имеет свою историю и уникальное звучание.
Это, на самом деле, зависит от самого инструмента. Вот у меня есть такое определение, у кого это инструмент – это мужчина, у кого это женщина. Вот у меня самая настоящая женщина, как бы с ней нужно аккуратно, с ней должны ласково, с ней нужно как бы действительно очень трепетно относиться, то есть и она будет тебе отвечать, безусловно. Ансамбль скрипачей Большого театра собрался второй раз. Он был основан в 1955 году. Коллектив выступал в лучших залах Европы, просуществовав 30 лет. Идея возродить ансамбль появилась в связи с реконструкцией Большого театра. Первый концерт артисты дали в 2014 году. Это такой был пробный, конечно, мы еще не знали, как пойдет дальше, будет ли это развиваться, но было очень интересно. И знаете, все стало вот как на скелет нарастать. Сразу появились артисты, которые уже не работают в театре, но еще играли в том знаменитом составе, они пришли, помогли нам нотным материалом, помогли рекомендациями. И как-то все само собой стало налаживаться. Несмотря на то, что основная работа у всех участников ансамбля – это оркестр Большого театра, в свободное время артисты успевают репетировать и выступать на разных концертных площадках, не скрываясь от публики в оркестровой яме, выступая перед зрителями во всей красе. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Крылья Советов в ударном темпе продолжают готовиться к весенней части сезона. За один день футболисты провели две контрольные игры, а баскетбольный клуб «Самара» возглавил Суперлигу. Андрей Горгуленко подробнее. Новости спорта. Продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». Два матча за один день сыграли «Крылья Советов» на тренировочном сборе. «Самара» вернула себе первое место баскетбольной суперлиги. В очередном матче баскетбольной суперлиги «Самара» встречалась в Санкт-Петербурге с местным «Спартаком». Три первые минуты соперники обменивались результативными атаками. А потом волжане стали наращивать свое преимущество, которое к первому перерыву выросло до 10 очков – 32-22. Во втором периоде самарцы продолжали удерживать комфортную разницу. Стоило хозяевам в какой-то момент сократить отставание до 7 очков, как волжане в течение минуты довели его до 14, 43-29. За пару минут до большого перерыва преимущество и вовсе выросло до 20 очков. После перерыва игра чуть успокоилась. Разница постоянно держалась на отметке в 30 очков, а в заключительной 10-минутке и вовсе достигла 40-очкового рубежа – 91-51. Концовку поединка «Самара» проводила второй пятеркой, что не помешало ей в четвертый раз в нынешнем сезоне выбить сотню. Символическое сотое очко набрал Роман Грущенко. 103-68 – седьмая победа подряд «Самары» в чемпионате, благодаря которой команда вышла на первое место в таблице Суперлиги. Следом располагается «Спартак Приморье». Третьим соперником «Крыльев Советов» на турецком сборе была польская «Краковия», занимающая в национальном чемпионате 12 место из 16. Перед матчем главные тренеры Миха Пробьерс и Андрей Тихонов тепло пообщались и договорились о том, что в случае удаления выйдет запасной игрок, и команды будут играть в полном составе. Этой договоренностью самарцам пришлось воспользоваться на 22-й минуте, когда вместо удаленного Башкирова вышел Киселев. Итоговый счет был установлен к 58-й минуте матча после двух точных ударов игроков «Краковии» с близкого расстояния. В дальнейшем самарцы могли не только сравнять счет, но и выйти вперед, но в завершающей стадии не хватало точности. Свой второй контрольный матч за день наша команда проводила с азербайджанским «Нефчи». Счет «Крылья Советов» открыли на 31-й минуте матча. Даниил Кленкин подал угловой, и новичок «Крыльев» Александр Соболев головой точно замкнул подачу. 1-0. Это первый гол Соболева за самарцев. Второй мяч наша команда забила под занавес встречи. 11-метровый удар четко исполнил защитник самарцев Дмитрий Яченко, установив итоговый счет 2-0. Следующую контрольную игру «Крылья» проведут с литовским клубом Судува. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 15 миллионов просмотров на YouTube. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся!